Почти три десятка дорог отремонтируют в Ярославле в этом году. Это стало возможно благодаря федеральной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации Ярославская. На данный момент работы активно ведутся в Заволжском районе. По договору подрядчик обязуется провести ремонт вдоль улиц Космонавтов, Лебедевского, Орджоникидзе и Маяковского. Сейчас выполняется первый этап – это фрезеровка дорожного полотна и демонтаж бортового камня. Всего на ремонт дорожного полотна района выделено 154 миллиона рублей. Всего на объекте будет заменено порядка 43 тысяч квадратных метров покрытия изношенного, 780 квадратных метров тротуара, 2000 погонных метров бортового камня. Также будет нанесена по окончанию работ дорожная разметка, установлены дорожные знаки и искусственные неровности, и смонтирован светофорный объект. Работы в Заволжском районе выполняет организация «Угличская ДСУ». По графику, согласованному с подрядчиком, все работы здесь завершат до середины июля. За их ходом пристально следят представители городской власти и общественники. Уделили особое внимание качеству, поскольку мы знаем по предыдущим периодам, подрядчики не совсем добросовестно на некоторых участках выполняли работы. И сейчас возникают гарантийные случаи. Мы будем это все проверять и контролировать с городскими властями.